Всем привет! Сегодня покажу, как приготовить очень вкусный завтрак – смузи в тарелке. Я люблю его делать холодным из замороженных ягод и фруктов. Для смузи нам понадобится полстакана миндального молока, подойдет также кокосовая вода или кокосовое молоко, 1 стакан замороженных ягод, у меня черника и ежевика в равных количествах, 1 банан, порезанный на кусочки и замороженный, 1 столовая ложка семян чиа, 1 чайная ложка порошка лукумы по желанию. Порошок лукумы я очень люблю использовать в десертах и при приготовлении мороженого. Благодаря своей природной сладости он подсластит наше смузи. Но не только. Органический порошок лукумы – ценный продукт с нежным экзотическим вкусом и богатым составом полезных веществ и минералов. Для украшения нашего смузи нам понадобятся любые фрукты или ягоды. Я возьму клубнику и киви. Гранола. У меня домашняя гранола орехово-кленовая. Рецепт вы можете найти в предыдущем видео на моем канале. Ссылку оставлю под видео. Кокосовая стружка и цветочная пыльца. Отправляем в чашу блендера банан, ягоды, семена чиа, пудру лукумы и миндальное молоко. Перемешиваем все в блендере до получения однородной массы. Масса получается густая, похожая на подтаявшее мороженое. Такой смузи особенно подойдет в жаркий летний день. Перекладываем данную массу в тарелку и украшаем нарезанными кусочками клубники, киви. Посыпаем гранолой, кокосовой стружкой и цветочной пыльцой. Здесь уже вы можете проявить свой креатив и фантазию. Невероятно вкусный смузи готов! Спасибо за просмотр и приятного вам аппетита! Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить мои новые полезные рецепты.